Два года испытаний и 5 модификаций. Серийный образец робота-снегоуборщика превосходит даже западные аналоги. Об этом не без гордости говорит технический директор проекта Игорь Еремеев. Робот-снегоуборщик весит порядка 100 килограммов, при этом справляется с 40-сантиметровыми сугробами и легко может погрузить в ковш даже человека. При этом управление осуществляется при помощи современной электроники. Данный робот управляется с помощью мобильных устройств. Это устройство на системе Android, устройство на системе iOS, и также можно управлять с персонального компьютера. То есть можно управлять, сидя дома на диване, а робот будет на улице чистить снег. Первая версия робота была на колесах, однако, учитывая обильные осадки на Урале, решено было поместить устройство на гусеницы. На экране планшета или смартфона можно отслеживать, как робот выполняет свою работу. Картинка передается с камеры, которая встроена в корпус робота и может выдвигаться при соответствующей команде. Данного робота обслуживать не надо, нужно только его ставить на зарядку. Грубо говоря, данный робот работает около 6 часов без подзарядки, заряжается он 8 часов. В роботе установлен аккумулятор, заряжаются они от сети 220 вольт. В настоящий момент ведутся разработки по его автономному перемещению по принципу робота-пылесоса, который без участия человека может убирать квартиру. В планах разработчиков сделать и летнюю версию робота-уборщика. Для этого инженеры планируют вместо ковша установить щетку, чтобы он смог убирать мусор.